Эрмитаж. Сегодня у нас Смоленск, славный город-герой. Вот такой фундамент бетонный. Будем строить теплицу «Легенда 4С». 4 на 5 стекло. Гружаться, готовиться. Погода здесь такая. Екатеринбургу привет. Снега у нас еще нету здесь. Зеленая травка еще. Самое сложное — разгрузка стекла. Тяжело. Обычно этапы сборки. Торцы скручиваются, арки скручиваются. Арки поставили вот так, торец соединили временно, а поставим еще одну арку, и уже будет она стоять. Так это уже выглядит со стороны. Торец, две арки поставили, еще две осталось, и торец буквально за 40 минут, то есть в среднем за час собирается каркас полностью. Те, кто самостоятельно собирает легенду под стекло в регионах, повторяю этапы. Первое, значит, собираются арки с тоннелем в тоннеле, потом присоединяются торцы. Торцы сразу, ну, можно потом резинкой отклеить, самостоятельно. Ребята на земле сразу отклеивают. И тут не зима, продвигание. Потом, значит, прогоны. Обкручиваются вверх, низ. Низ нужен для того, чтобы прилегал плотно отлить. Следующий этап будет — это все расставление, размещение и выставление по фундаменту, по размерам теплицы, чтобы ровненько идет и анкерение соответствует. Дальше все пока. Заанкерили один анкер, натянули ниточку, все сейчас выставят с этой стороны и с другой стороны. Фундамент немного... Часть крышу, и в это время делаем отливы. Отлив идет. Если по нашим размерам фундамента Z-образный, 50-50-30 с подгибами. Вот так вот красиво получается. На этот отлив ставится стекло с резинкой. Ставили каркас, отливы, все прокрутили, закрепили. Сейчас идет следующий этап. Проклейка уплотнителя и установка базы под крепление стекла. Смотрим. Уже покрыли одностел. Это все выглядит уже стеклом. Так приходится иногда работать, чтобы поехать спокойно спать. Стены обшили, сейчас крышу обшиваем. Все подготовили, все сделали. Это уже крыша готова с этой стороны. Самое главное — подготовка. Такая красота, второй день монтажа. Хорошо вчера хоть закончили крышу и стены. Торцы готовы. Сейчас форточные блоки Миша делает. Управление двери. Осталось положить блоки, разрушить двери и декоративные переливы по стенам. Это еще где-то в такую погоду часа на 2-3 работы. Хочу показать узел. Заводится по дисток, по кругу он врезается,
верхняя выступает 2-3 сантиметра, и под нее забивается. Также здесь ставится вот перелив. Здесь он еще не стоит. Это перелив основной. И сверху еще декоративный ставится. Сейчас их вот так надо все подрезать, забивать. Михан, как работает? Нормально. Все отлично? Хорошо. Закончили теплицу. Строили теплицу Легенда 4С. 4 метра шириной, 5 метров длиной. Стекло 4 мм прозрачное. Две двери лево-право и два автоматических форточных блока в каньке. Мощно усиленный каркас. Сейчас ребята регулируют дверь. Последний штришок. Пойдемте посмотрим. Установлен фундамент, залитый заказчиком по нашим размерам. Установлен отлив. Мы видим дверь, замок, крючок. Замок, ключ плюс крючок для фиксации двери. Как мы видим, не разбило, потому что не хлопало. Заходим внутрь. Каркас, значит, изготовлен из сущей арки из 40 на 60. Оцинкованная труба плюс полимерный порошковый краска. Вылез весь, блядь. Крики. Торцы 40 на 40. Все это даже покраска. Диагональные усилители на жесткости каркаса. Форточные блоки автоматические. Ставьте палец кверху, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, соответственно, покупайте теплицы. Всем огромное спасибо за просмотр.